Здравствуйте, меня зовут Петр, я работаю профессиональным поваром. Очень часто мне приходится консервировать, и поэтому я знаю, как правильно выбрать автоклав. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом и расскажу, по каким критериям вы можете выбрать автоклав. Автоклавы делятся на два вида – обычный железный и из нержавеющей стали. Железный быстро ржавеет, у него неэстетический вид, срок годности до 5 лет, он тяжелый. Больше 10 килограмм. Из нержавеющей стали он более легкий, прочный, служит до 50 лет, не ржавеет, не окисляется. Хочу добавить еще немного о питании автоклава. Он может запитываться от электросети, его можно ставить на газовую плиту, то есть на внешний нагреватель. И бывают универсальные, которые могут работать как от розетки домашней, так и от газовой или индукционной плиты. Еще стоит обратить внимание на крышку автоклава. Она должна быть самой толстой, потому что это именно то место, где больше всего он подвержен аварии. Также не стоит обратить внимание на то, что в принципе на каждом автоклаве есть свои приборы, бросной клапан, ниппель или манометр. Они должны быть качественные и исправные. По данным критериям подходит автоклав модель А16 завода Укрпромтех, город Черновцы. Данный автоклав является из нержавеющей стали, то есть обратите внимание, что я совсем немного прилагаю усилий, чтобы его поднять. Еще он универсальный, он работает от электросети и от внешнего нагревателя. Можно поставить его на плиту газовую, на плиту индукционную, даже на костер. Крышка. Крышка автоклава сделана из толстого металла. У нее очень толстая резиновая прокладка, которая не рассохнется, не рассыпется и будет держать давление. Есть стандартный набор приборов, манометр, ниппель и аварийный клапан. Теперь внутренности. Вот такая электроника есть в наборе. Это терморегулятор. Обязательно термометр. Всякие книжечки, паспорта, реклама, рецепты. Еще очень важно, что в нем есть вот такие штуки, которые ставятся сверху над теном, и ваши банки не касаются тена, самого элемента нагревания. Внутри обычный электрический тен. Обращаю ваше внимание на сглаженные углы у автоклава. Это обеспечивает его безопасность при высоком давлении. Также, когда вы будете работать в режиме нагрева от внешнего какого-нибудь нагревательного прибора, от костра, от плиты, удобство. Откручиваем два болтика, снимаем провод, чтобы он не расплавился, и начинаем работу. Данная модель автоклава вобрала в себя все самые лучшие качества. Он из нержавеющей стали, он универсальный, легкий, эргономичный. Цена-качество соответствует. Это самый лучший вариант для домашнего пользования. Если у вас остались вопросы по поводу автоклава, пишите их в комментариях. До новых встреч!